И это уже 2021 год. И снова на 60 октября образовывается лужа. Большая лужа. Ливнёк не справляется, хотя недавно делали все. Некоторые машинки проезжают. Опасно, конечно. Можно застоять так. Дождик уже прекратился, но налилось воды достаточно. Можно увидеть, сейчас там детвора выше колен у них было воды. Ждем зрелищ, что-нибудь сейчас проедет. Стадион затапливается. У нас стадион получается 43-й школы. Итак, претенденты. Маска, я думаю, не поедет. Правильно. Гидроудар не хочет схлопотать. Пока у нас нету никого на подъезде, на подходах. Это лето дождливое. Буквально через день, через два хороший такой дождик. Часа на 2-3. Так, кто-то вот едет. Слышу по звукам. И это у нас Нива. Посмотрим. Проезжай. Есть. Так, как у нас Рено? Скорее всего, встанет. Нет. Рено проехал. Шестерка разворачивается. Правильно. Лишний раз не надо использовать. Лучше объехать. Так, ну сегодня не будет зрелищного ничего. Поэтому, в общем, так лужа сохраняется, ливнёк не справляется. Дожди идут. Так, что у нас? Смельчак на Hyundai. Вот у нас еще один. Хорошо. А что он стал? Все, приехал. Непонятно. Не. Думает, ехать, не ехать. Ну, уже долго думаешь. Так что, давай назад. Не едет потихонечку. Посмотри на других. Давай. Так. Только смелым покоряются моря. Следующий заход, заезд. Рено. О, отлично. На самом деле это на сантиметров 50.
не страшно. Вот еще у нас фургончик идет. Потихонечку. Следующий. О, хорошо так. Давай. Красота. Приезжаем. Кстати, вот получается у нас слив идет. Ну да, есть вода, конечно, немного сливается. Но, в общем-то, немного не раздумано, не продумано. Кто-то вот так решил заехать. Красивого автобуса получается. Сейчас, может быть, вот едет на автобус. Вот он, пошло. Красота. Ух. Ковчег. Ну, в общем-то, такое снова видео. Помнится, где-то на году так 17-18 снимал. Но ремонт сделали, а проблема сохранилась. Вот второй автобус. Еще лучше. Отлично. Поехал. Ну, в общем-то, так. Все. Что удалось, то снял. Всем пока!